Как быстро набинарить 1 миллион долларов, друзья? Привет всем! Всем привет, друзья! Как мы рады вас видеть, как мы рады, что вы находитесь на нашем мероприятии. Просто, ребята, знаете, сегодня такое улетное настроение, потому что мы, знаете, вот как бы я, да, приехала из Череповца, как бы с Ваней, с многими партнерами, но я сейчас нахожусь в городе родном, в Череповце. Я сейчас сегодня не на Кипре, и поэтому радостно, просто радостно вещать со своей кухни, той кухни самой легендарной, где Лена заработала миллионы, вы представляете, миллионы. Это было факт, и очень хочется, чтобы сегодня это все, многие из вас повторили. И очень много желающих сегодня сделать такой результат и перепрыгнуть мой результат, самое главное. Я первый на очереди, так что занимайте за мной места, друзья. Да. Да, и вот все мы сегодня хотим... Знаете что, если честно, я понимаю, что вот нас как бы разрывает, Вань, с тобой, да? Я не могу просто сидеть. У нас очень много эмоций, очень много полного взаимопонимания. Ну и самое главное, что очень много инструментов, как добиться вот этой цели. И поэтому сейчас мы не хотим как бы воду лить, да? И конкретно мы хотим дать цифры, конкретные действия. Как же сегодня можно любому человеку, если только захотите услышать, вы сегодня услышите феноменальные вещи. Даже сегодня я, когда буду их повторять, у меня опять начнут бежать по всему телу мурахи. Вот. А мне это вот рядом просто будет передаваться. Друзья, правда, вот сейчас просто реально разрывает. Мы реально не спим ночами, мы хотим донести до каждого информацию. Сейчас вы услышите цифры, вы услышите просто... Такие цифры, которые просто взорвут ваш мозг. Лена, давай прямо по порядочку. Ну, прежде всего, я хотела бы... Очень важно. Давай. Потому что это комментарий очень важный перед тем, как я скажу, и ты дальше дополнишь, что сегодня мы занимаемся бизнесом, бизнесом сети, который позволяет сегодня жить свободно. Итак, я сегодня не просто так переехала жить на Кипр, и третий год уже всей семьей там живем, развиваемся, изучаем языки, ходим в школу, занимаемся сетевым бизнесом в интернете и не паримся, где там устроиться на работу, как некоторые думают, да? Просто многие в личку пишут там, Лен, где ты работаешь, где там, где можно там устроиться, мы тоже хотим купить дом у моря, так, ну, много всего подобного. Но самое главное, я сегодня всем хочу сказать, всем, что давайте делать бизнес, учиться в сети. Зачем нам сегодня привязываться к каким-то непонятным, ой, простите меня, пожалуйста, многие предприниматели, к помещениям, где сегодня аренда, зарплата, проблемы, техобслуживание. Зачем это сегодня нужно, если существует сегодня альтернатива? Поэтому я сегодня хочу вам предоставить такую возможность, которую использовала сама в этой жизни и сегодня в максимальной мере, как могла, так и масштабировала вместе с Галиной Платоновой, с основателем компании GL, где мы сегодня являемся теми администраторами, которые являются зачинщиками этого счастливого движения. Да, я бы еще хотел немного добавить, потому что это самые крутые основатели на сегодняшний день. Я лично с ними знаком, и именно только по этой причине я вместе с ними строю бизнес. И добавив, скажем, такой маленький комментарий к Лене, то, что не нужны вам никакие офисы. Вы сидите дома в комфортных условиях, просто кайфуете. Очень просто, да. Да, и делаете бизнес. И самое главное, вот самый поразительный лично для меня, кому только не рассказываю, никто не верит, бизнес делать просто. Вот просто представьте, на самом деле, просто вы делитесь с людьми информацией. Есть классная тема, можно зарабатывать деньги. Ты хочешь изменить свою жизнь к лучшему? Да, хочу. А как? Все задают вопрос, как? Мы просто делимся информацией и показываем стратегии. Да. И сегодня для вас мы покажем самую крутую стратегию, и это будет просто бомбически. Постараемся не тараторить. Да, да, спокойно. Медленно, чувством, с толком и с расстановкой. Да. Потому что это очень требует большого внимания. Мы здесь не для пиара, не для пафоса, а для того, чтобы сегодня конкретно создать ту команду тех людей, которые сегодня мечтают жить, вот именно не зависеть. Мы сегодня уже, я к этому, по крайней мере, притронулась и знаю, о чем говорю, и не понаслышке хочу сегодня вам передать эту как бы форму бизнеса, да, и уже чтобы вы то же самое делали. Итак, давайте. Поехали. Да, наш сегодняшний, как говорится, бизнес основан на создании команды. Чтобы сегодня зарабатывать деньги, мы сегодня понимаем, что сегодня очень актуально, скажем так, бизнес-направление в сети, где сегодня инвестиции идут в себя. Что такое в себя инвестиции? То есть мы сегодня
создаем ту нишу, где есть зона развития. То есть зона развития – это сегодня трендовое направление. Наша компания «АТ Основа». И поэтому, если мы сегодня 1000 человек в своей жизни осчастливим крутыми инструментами, да, то есть дав крутые инструменты для реализации разного рода потенциала, да, это может быть семья, социум, бизнес, это может быть здоровье, там, развитие карьерного роста там, в разных направлениях. Если вы сегодня научитесь нас считывать в сети и пользоваться нашими инструментами, да, вы сегодня можете передавать всем по цепочке эти инструменты, которые получили сами, и тем самым создать огромное сообщество. И мы сегодня хотим только благодаря маленькой цифре в тысячу человек показать вам финансовый результат, который вы можете получить. Итак, $1 000 000, ребята, какая сумма? Вроде бы сумасшедшая, да? Но, ребят, ну смотрите, $1 000 000 ни один бизнесмен не зарабатывают и за 10 лет. Есть такие бизнеса, которые просто пытаются это заработать, но не получается. Они все время выходят в какой-то минус, еле-еле в ноль и прочее-прочее. Я просто сама не понаслышке знаю. Поэтому сейчас у нас есть возможность $1 000 000 делать простыми движениями. Итак, та-да-дам, пишите ручки все в карман, из карманов, все начинают писать. Чтобы сегодня заработать $1 000 000, даже 1 890 000, у нас все точные расчеты нашей компании, вам сегодня нужно всего лишь 1000 человек в команде, и это легко можно добиться за 9 месяцев, друзья. Да, даже не за год. А теперь внимательно, как же так? За 9 месяцев заработать $1 000 000, еще плюс 1 890 000 долларов, 1 миллион. Ребята, это не фантастика, это простая математика. Что же нужно делать? Нужно всего лишь, еще раз повторяюсь, осчастливить 1000 людей. Да. Передать им что? Информацию. Информацию. Лена, смотрите, Лена старается до вас, знаете, как бы более подробно вот, дать вам информацию, чтобы вы поняли, вот разжевать, вот чтобы... Я отношусь к этому просто. То есть мы создаем крутое сообщество и делимся информацией. Мы даем билет в счастливую жизнь. И благодаря нашему бизнесу, который находится именно в компании JL, есть крутой маркетинг, который называется Binar. Если вы один раз в жизни приобретаете себе бизнес-место и при выполнении простых действий вы запускаете Binar, пригласив всего лишь 2 человек, в первый месяц, затем у вас идет дубликация на второй месяц, на третий. Почему мы рассчитали на 9? Потому что во второй месяц у вас будет уже 4 человека в команде, да. В команде на третий месяц у вас уже будет. Если каждый будет по 2 всего лишь. Да, просто всего лишь по 2. И таким образом при дубликации за 9 месяцев вы можете сами посчитать 2 по 2, когда приглашаете, за 9 месяцев у вас в структуре будет 1022 партнера, которые зашли семиугольниками в Binar, которые... скажем так, купили билет в счастливую жизнь. Давайте сумму скажем, какая сумма в билет в счастливую жизнь. Это всего лишь $911. Всего лишь. Всего однажды в жизни вы эту сумму инвестируете в себя, не в команду, не в компанию, в себя. Потому что за эту сумму вы приобретаете уникальные курсы, которые сегодня на рынке стоят больше $30 000. Это развитие личности, это развитие духовного, материального, физического там, и так далее, много-много интеллектов. Да. То это очень крутая система развития и личности. И плюс ко всему, друзья, нигде такого нет, я вот с вами поделюсь. Это эксклюзив. Онлайн, да, это эксклюзив. Онлайн-сопровождение. Потому что если вы, когда приобретаете, я знаю многих своих друзей, знакомых, которые покупали за $1000 обучение и проходили всего лишь 2 дня, и через 3-4 месяца им нужна... Не помнят. Была, да, не помнят. Им нужна новая подпитка, представьте. Но у нас вы один раз в жизни приобретаете себе бизнес-место в Бинаре, автоматом у вас открывается модуль обучения, и у вас идет онлайн-сопровождение. Вы в течение года получите 54 крутые темы, каждый понедельник, четверг, 8 часов по московскому времени индивидуально приходит вам ссылка в Телеграме. Даже если вы не успели сегодня посмотреть, вы можете в любое время в записи в течение нескольких часов ознакомиться с информацией, записать, законспектировать и постоянно возвращаться к этому. Но что мне здесь больше нравится? Мне здесь нравится то, что всегда, вот когда ты строишь большие команды, большие структуры, тебе приходится искать
новые знания, постоянно ездить на тренинг, тратить больше 10 тысяч долларов на свое развитие, образование и давать это в команду в дубликацию. И ты постоянно должен быть в разъездах, искать каких-то новых, эксклюзивных, крутых тренеров. Но здесь же этого не нужно делать, потому что у вас есть уникальная бизнес-платформа, где каждый ваш партнер заходит на данную платформу и автоматом, на автопилоте проходит обучение. Вы об этом не беспокойтесь. Посмотрел человек, не посмотрел. Система автоматом дает ему информацию, и человек проходит обучение, выполняет определенные задания. Знаете, как на самом деле это круто? Когда вы снимаете с себя большую часть ответственности, понимаете? Да. Где партнер каждый в любое время, когда ему удобно, приходит на платформу и получает крутые знания. Не сегодня. Если сегодня ему это не интересно, он пришел на бизнес, он будет здесь строить бизнес, зарабатывать деньги. Но в любой момент он обратится к обучению и начнет проходить ее. Знаете почему? Потому что когда вы начнете зарабатывать большие деньги, а заработаете вы 1 миллион, это мы просчитали минимум, это просто... Да, минимальное движение, абсолютно. Да, лучший вариант просто за 9 месяцев заработать миллион долларов. Вы все равно обратитесь к этим знаниям, потому что у вас возникнет в голове вопрос, а что делать мне с этими деньгами? Куда мне их инвестировать? Что сделать на благотворительность? Потому что у некоторых людей не так развита, знаете, бизнес-емкость. И у некоторых просто сносит крышу, и есть фатальные исходы. И именно наша платформа позволяет держать вас вот именно в тонусе. И самое главное, что мне нравится, сама платформа мотивирует мою команду 24 часа на 7, каждые две недели, каждый понедельник и четверг. Представляете, что это происходит? Да. Моя команда всегда мотивируется, и происходят у нее такие мощные результаты, угу. Что я просто удивляюсь. И когда мы приехали на мероприятие, это было вообще круто, в Санкт-Петербурге у нас прошло. Это просто, знаете, джетон в голову провалился. И поверьте, вот сейчас мы приехали, 100% принятое было мною решение, 100% ответственность, то, что я качаю только бинар. Потому что именно в бинаре... Пришло осознание еще больше. Да. Вот очень много знаем про бинаров, да, очень много. Да. Но даже про свой бинар вот каждый раз мы открываем вот такие глаза, чтобы, знаете, вот реально заряжаем себя самого от этого понимания и вот восхищения этого всего процесса, механизма. Итак, смотрите, я хочу немножко... Я хотел добавить... Давай. Вот эту бомбу. Давай. Короче, друзья... Медленно, чувствуем с толком, да. С расстановкой. Да. Смотрите, так как у нас в компании, в бинар, можно зайти... То есть пакет стоит $1000. Компания разделила их на 4 пакета. И так как каждый партнер заходит у нас с семиугольником, у каждого партнера будет апгрейдиться аккаунт. То есть мы 7 умножаем на 4 пакета, значит, мы получаем 28 выплат с одного партнера. А теперь, внимание, а если у вас в структуре 1000 человек, умножаете на 28, и получается 28 миллионов долларов! Да, это просто 28 тысяч просто выплат у вас будет. Это не шутки. Это мне просто вчера такая мысль пришла. 28 тысяч выплат со всей структуры. Это просто 1 миллион 890 тысяч долларов. Вы представьте, ни один маркетинг, ни одна компания. Я не буду говорить плохо про другие компании. Вы все классные, хорошие, крутые. Да. Мы просто другие. И у нас крутой маркетинг, где вы просто... Знаете, вы просто будете утром просыпаться, как Лена вот рассказывала. Просыпается утром, 2 миллиона сняла, сходила в магазин, пришла вечером, 5, 2 или 3 миллиона пришли. Представьте, у вас каждый день у вас... Просто истории выплат вот так вот будет. Знаете, это такая большая портянка. Это просто обалдеть. Это факт. Это вот честно, факт. Меня разрывает. Мне вот Лена просто немножко иногда останавливает, чтобы оставить энергию для работы. На самом деле, ребята, вот просто я вот сейчас сижу, делюсь с вами эмоциями. Меня просто на самом деле распирает просто нереально. Просто после такого мероприятия, которое у нас прошло в Санкт-Петербурге, это было супер. Это было круто, да, да. И ты был там очень крут, и на сцене стояли, вот ты у нас топ-чек на сегодняшнем, ну, уже, даже на предстарте, у нас сегодня уже еще нету старта, а у нас уже выявлены, как бы, да, люди, которые максимально зарабатывают по сравнению со всей, как бы, аудиторией, да. И очень нравится мне, что Иван, Артюшин, Лилия Сибгатулина, Хохлова Юлия, это наши звездочки, да. Это наши ласточки, которые сегодня...
поверили, поняли, маркетинг, поверили, поняли, маркетинг, поверили на, в нас. Слава Богу, мы друг друга знаем, не через интернет уже, а мы все друг другу 100 раз уже обнимали, друг другу много что говорили, и в душу, и в глаза, и, да, и в уши, и в общем, все, что можно было, чем можно было обменяться, все было уже, это как бы мы как бы создали, да, как бы в своей жизни. Но поэтому сегодня есть результат у наших ребят, потому что у нас, у них нет сомнений, а у нас, в том числе с Галиной Платоновой, нет сомнений в нашем движении и в нашей маркетинговой, финансовой части, потому что это феноменально, то, что сегодня мы просто образовали в сети. Я сегодня очень, как бы даже не горжусь, а очень счастлива, что с этой системой бизнеса знакомится просто уже много-много людей, и сначала не верят, а потом уже начинают считать, и уже такие глаза, как у нас сейчас с Ваней, и мы их не можем никак защурить, знаете, хоть в Китай едь. Тогда просто смотрите, друзья, мне было очень приятно приехать на мероприятие, я просто как спикер официальный, вот у нас несколько спикеров компаний, и я приехал, и знаете, как было приятно, когда я никого не знаю, все подходят, знакомятся, обнимаются, теплые слова мне говорят, и это было так круто на самом деле, я благодарю каждого, с кем мы познакомились, и вообще благодарю за это мероприятие. Особенно, когда неожиданно для меня вызвали меня на сцену, на мероприятие. Это было просто, знаете, я когда вышел на сцену, я такой кайф получил. Вот вы просто, знаете, я не представляю, как вам донести эту информацию. Это было реально круто. Я абсолютно желаю, чтобы каждый из вас, кто вот сейчас, вот прямо сейчас вы смотрите наше мероприятие, чтобы каждый из вас прочувствовал это чувство. Выйти на сцену, поделиться своими знаниями, рассказать, кто вы, откуда и почему вы вообще пришли в этот бизнес. Я не буду говорить, какие преимущества в нашей компании. Я просто всегда людям рассказываю, почему я пришел именно в эту компанию. И все. И наша задача делать бизнес очень просто. Не нужно ничего придумывать, никакой велосипед. Мы уже придумали для вас крутые инструменты, придумали для вас... Специально для вас проводим прямые эфиры, вебинары на официальном канале. Ваша задача – это просто давать короткую информацию человеку, чтобы человек пришел к нам. Мы ему очень просто донесем информацию, и он к вам придет, и вы заработаете, и вы построите самую крутую и мощную команду. Вы представьте, всего лишь... По поводу построить команду, я тебе прям очень хорошо дополню. Да, да. Да, Вань, мы с тобой в одном потоке идем, если честно, даже мы мыслим. Потому что вот ради того, вот ради миллиона долларов, смотрите, миллион долларов, да, давайте русская аудитория, это 65 миллионов рублей. 65 миллионов рублей. Разве ради этого не хочется вам вот реально строить бизнес, строить отношения, учиться коммуницировать, у нас для этого целая система существует, учиться жить по-другому, учиться воспринимать жизнь по-другому, в семье наладить другие отношения, в окружении ближайшем, в родственниках, Господи, да в конце концов начинать с самого главного, с ячейки своей семейной, да, в социуме. То есть если вы сегодня готовы, внутри хотя бы образовать эту сумму, да, внести ее в себя, этот миллион долларов, тогда есть смысл уже идти вперед. А если вы не верите в эти деньги, если вам кажется это полностью брехней и это вообще обманом, то, опять же, вы можете обратиться опять к тем работодателям, которые дают вам маленькое зерно для, как говорится, для жизни, чтобы вы еле-еле там, что-то кушали, на что-то жили, да? Я ради Бога, да. Говорю. Можете пойти работать. Это ваше, это ваше решение. Никто никого не осуждает. Просто сегодня существуют, слава Богу, очень крутые возможности в сети. И как раз эта зона очень такая правовая. И если вам сегодня интересно узнать про это, я хочу вам буквально 3 минуты уделить. Опять же, это очень важный момент. Я готова уделять этому каждый раз. И опять скажу, как сегодня мы, зарабатывая миллионы, можем спокойно жить в каждой стране. Причем мира. Не то, что там в России, а вообще в каждой стране мира, если вы сегодня действительно в интернете зарабатываете вот эти как бы ресурсы, то, выводя деньги на любые финансовые носители, карты, да, каждой страны, вы сегодня обязаны создать свое предпринимательство, создать свое свидетельство о предпринимательстве. Это сегодня легко делается. Любые сегодня блогеры
даже сегодня блогеры ведут, они же там много зарабатывают, да, сегодня рекламная, реклама двигатель торговли, а они в рекламе очень много вертятся, поэтому у них у всех сегодня есть ИП, и сегодня любой, у многих, кстати, я не говорю про всех, я просто, я знаю многих блогеров, которые действительно честно ведут свою, свое движение, работу, и поэтому многие имеют такие показатели, как, ну, честность, да, поэтому если вы сегодня хотите быть честным миллионером, миллиардером. Да, миллиардером. Вот, пожалуйста, платите 6% там по, ну, у всех, у каждой страны свои регламенты, да, вот, в каждой стране есть свои законы, и поэтому легко и просто это все регулируется. То есть не вопрос, то есть ваши 90% это вы за них ответственные. И сегодня не я, как Кононова Елена и Галина Платонова, выплачивает вам эти деньги, а платит автоматическая система, где запрограммирована вся маркетинговая часть поощрений. То есть это на автомате. Мы не заботимся о том, сколько кто получает. Это вы 90% получаете автоматически такой маркетинг-ход, такой маркетинг-план. Поэтому если у вас сегодня вот внутри провалилась эта цифра 90%, я поздравляю вас! Я хочу добавить, Лена, я хочу добавить, потому что я сталкиваюсь каждый день с разными компаниями, и я всегда удивляюсь тому, что, понятное дело, что не все компании могут платить 90% сеть по ряду причин, потому что нужен офис, завод, да, сотрудникам, да, и так далее, всем нужно платить. И когда мне предлагают бизнес, я говорю: друзья мои, я понимаю, у вас классная компания, крутой продукт, но я здесь зарабатываю 90%. Я делаю одни и те же действия, как, так же, как и вы, но зарабатываю больше. И как ранее Лена сказала, что 1 миллион долларов, там 65... 65 миллионов, да? Да. Да. Но мы сделали для вас расчеты, 1000 партнеров в структуре, вы зарабатываете 1 миллион 890 тысяч. Это без апгрейда. Да. Вот, а теперь переведем в рубли. Просто зайдите просто в рубли, посчитайте. Вы зарабатываете 122, по-моему, если я не ошибаюсь, миллиона рублей. Вот просто 122 миллиона. Что вы с ними вот сейчас будете делать? Так, подожди, не пугай людей. Подожди, подожди, тормозим, тормозим потихонечку. У меня просто емкость побольше. Я поняла. Просто Ваня прокачанный, Ваня уже ходит на тренинги. У него бизнес-мышление уже, оно абсолютно такое адекватное, реальное в его реальности. То есть для него это не сумасшедший как бы дом. Вот. А я знаю, что я буду делать. На что ты потратишь, да. Поэтому, если вы сегодня хотите... вот действительно встать на эти рельсы, да, миллионерские рельсы, ну, по крайней мере, знаете, рельсы достатка. Вы просто можете уже поглощать знания системы ТОР, где вам сегодня дадут ту базовую информацию, где вам сегодня и будут даны инструменты вот для выравнивания, да, вот этих всех, синхронизирования всех вещей. Тут миллион, тут в семье хорошо, там, тут путешествия, тут у нас социум другой, там общение с миллионерами. То есть, грубо говоря, у вас синхронизируются все поля. Вот с нашей системой, вот именно Tor System, GL Tor System, то есть GL у нас платформа финансовая, очень нерушимая, крутая, а Tor System – это продукт наш интеллектуальный, наш любимый всеми. 1000 партнеров сегодня оценили этот продукт, и сегодня благодаря этому продукту у нас пошел рост понимания и рост настоящий именно... как говорится, как слово-то, личностный рост, да, тот, который необходим для реализации той мечты, которую каждый себе преследует. А 1000 это просто капля в море. Это еще ни о чем. Только начинается движение еще на предстарте. Я каждый раз буду говорить, пока старта не будет. Старт будет тогда, когда мы будем готовы предоставить вам крутую платформу для работы в сети. Пока у нас есть все для работы, но у нас в масштабах это сделать круче. Поэтому мы сейчас создаем некий другой фон, пока мы хотим это сделать сюрпризом. Ничего не хотим обещать, конкретики никакой. Но сейчас уже можно зарабатывать этот миллион долларов. Да, да, еще можно. Хотел добавить, Лена тут немножечко так затронула, что без апгрейдов, да, друзья. Да, так да, как да, у нас там 4 идут пакета, чтобы вы понимали, каждый партнер заходит. И вы сейчас, если принимаете правильное решение, вы находитесь у истока бинара. Yeah. А бинар – это общая командная работа. И каждый партнер, который становится у вас в структуру, он делает апгрейд. То есть вы не один раз зарабатываете, понимаете? Мы до этого сказали, 28 выплат только с одного партнера. Yeah. Это апгрейды. И самые большие деньги – это не за личные приглашения, а за апгрейды. А представьте, у вас в команде, в структуре всегда будет расти структура, и автоматом идут апгрейды. И все эти апгрейды поднимаются куда? Наверх, к вам!
Да, представьте, сколько огонь. Вы будете зарабатывать. А если это 1000 партнеров, это 28 тысяч выплат. Это же просто обалдеть. А еще я хочу, вопросы задают уже, да? Да. Я хочу это самое прокомментировать. Смотрите, 1000 человек. Это 500 человек в бинаре слева и 500 человек справа. Да. Это 500 бинарных пар. А теперь представьте себе, какая-то маленькая доля среди, вообще, если брать миллионные города. Вот, допустим, в Москве сколько миллионов? Вот, допустим, в Питере, я знаю, да, больше 5 миллионов человек. То есть это вообще просто даже не квартал. Вот 1000 человек – это даже не квартал. Это даже полдома. Представьте себе. Это капля в море. Это капля в море. Чтобы вы поняли масштабы, мы сейчас говорим о маленьких зернах, которые сегодня уже душу бередят, уже не дают спокойно спать. Они вот мы хотим, вот каждый наш партнер, да, который это понял, да, увидел, осознал, услышал, мы хотим не останавливаться, потому что другой подобной возможности нет. Я пошла бы, может быть, куда-нибудь в жизни еще работать, но когда я узнала про эту возможность, ну все, я поняла однозначное решение, что сегодня это... режим бизнеса номер один. Все. Другое все просто несопоставимо с действием и финансовым результатом, ради чего там вообще это делать. Да? Мой бизнес был закрыт 3 раза. Когда я начинала сетевой бизнес как бы, ну, изучать, тогда у меня пришло осознание, что там финансового потолка нет, а здесь финансовый потолок конкретный. И мне эти денежки очень как бы не вдохновляли, да, где я, ну, своим бизнесом занималась на земле. Поэтому я хотела бы вам сегодня всем передать это понимание, и Иван, и наши партнеры, наши лидеры, которые сегодня всем говорят во все стороны, что такое бинар, GL. Ну, я вам так скажу, если вы там и не знаете каких-то крутых чуваков, лидеров, там всякие разные, там по-другому не могу сказать, да, мы так в сети так все общаемся по-простому, просто я знаю, что вот эти люди, которые сегодня пропагандируют якобы самую лучшую систему, там, ну, свою какую-то, они просто не знают про компанию GL и не знают про предложение маркетинговое именно они GL. Просто не считают. Они маркетинг. Просто не знают. И все. А чтобы это все узнать, постарайтесь разобраться, с нашими лидерами связаться, чтобы у вас была та информация, которая вам необходима для апеллирования, да, каких-то фактов, аргументов, потому что у нас только аргументы и факты. Здесь ничего водного такого нету, да, то есть мы воду не льем. Так, мы конечно, ничего не придумали. Конечно. Ничего, абсолютно. И вот мы сейчас стараемся, будем уже заканчивать, просто хочу донести самую короткую для вас информацию, резюмирую это все. Смотрите, мы находимся на старте, на предстарте. На предстарте. На предстарте. Угу. Мы в тренде. Да. В бинаре очень мало людей. Вы сейчас первые, те люди, которые смотрят, это первый костяк, это 1%, который занимает самую верхушку и всегда зарабатывает миллионы. Это главное. И самое главное, что хотелось бы до вас донести, просто посмотрите, разберитесь, позвоните тому человеку и спросите, вот который дал вам сейчас это видео посмотреть, либо вы смотрите в прямом эфире, обратитесь к тому человеку, спросите, помоги мне разобраться, о каком маркетинге они там все говорят, о каком бинаре, что же в нем такого крутого? Порисуйте. Просто порисуйте, и у вас просто все, да. Такой масштаб появится, да. Вы просто поймете, что здесь только деньги, только здесь. А еще... И хотелось бы добавить, да. Хочу ответить на этот вопрос. Отлично. Ответишь тогда? Да, да, я сейчас хочу сказать то, что наш маркетинг рассчитан на 8,5 миллиардов человек. На Земле только 7,5. Угу. И работать в этом маркетинге порядка 1000 лет, друзья. Да больше, да. Да только, больше. Нам пожить бы 1000 лет. Да. Так начните это делать прямо сейчас, чтобы о вас через месяц, через два говорили, что... Ты крутой парень, ты или крутая девушка, ты вообще крутая, там, первый чек уже в компании или первый миллион заработал, да. и так далее. Каждый из вас, я уверен в душе, как и я, вы все хотите получать признание. Да. А не только признание, выйти на сцену, получить какие-то подарки, поделиться какими-то вообще крутыми, и не только идеями, а вообще историей своей. Вот на следующем мероприятии, которое у нас будет, я поделюсь искренне своей историей вообще. Ты не успел, да? Да. Как я пришел в сетевой вообще бизнес, как я попал вообще в Череповец, как я познакомился с Еленой, как я встретил самую прекрасную женщину своей мечты. Зовут ее Яна, если ты будешь смотреть, тебе привет большой. И вы узнаете абсолютно все. Это реально, друзья, это просто
Я вам такое расскажу, что вы будете на сцене и плакать, и смеяться, и просто будет вообще реально круто. И это благодаря всем, да, и да, это благодаря, кстати, вот нашими, вот, ну, Дану, Корнеевским тренингам, да, да, то есть да. Это все, это удивительные вещи, на самом деле. Ваня, есть что рассказать, я знаю, о чем он. Но я хочу сейчас ответить на вопрос Виктории Павловой. Вика, я тебя слышу, вижу. Смотрите, мне нравится, что вы заметили, о чем я говорю, цифры. Да. И вопрос звучит ваш так. Лена, это 1 890 000 тысяч долларов или 1 000 000 долларов? Повторяю, 1 890 000 вы зарабатываете всего с 1000 человек. Просто. 500 слева, 500 справа, 500 бинарных пар у вам дают такой сумасшедший результат. Работать всего 9 месяцев, ребят. Кто готов за 9 месяцев такой результат сделать? Кому нужны такие деньги? Кто хочет сегодня мечту реализовать свою? У кого мечта на 1 000 000 долларов, в конце концов? У кого она? Поставьте плюсики. У кого есть мечта? Ой, мечта на 1 000 000 долларов. Ребят, поставьте, чтобы я понимала вообще, аудитория готова к таким деньгам или нет? А самое главное, вам нужно в течение месяца пригласить 2 партнеров и помочь им сделать ту же самую дубликацию. На 2 месяц у вас будет 4 и так далее. У вас будет идти в прогрессе. И через 9 месяцев вы зарабатываете 1 890 000 долларов. Блин, это 122 миллиона рублей. Друзья, за 9 месяцев. Это же реально круто. Просто бомба. Плюсики вижу в чате. Блин, это круто, когда мы находимся. Еще очень важный момент. Смотрите, в чем заключается фишка? Мы начинаем с 2 человек. 2 человека в месяц. Реально, напишите, десятки поставьте, 2 человека приглашает каждый человек за месяц. Да. Ни больше, ни меньше. Нет, больше, это, конечно, больше, там уже может быть миллионы. Но давайте будем так реально, адекватно думать. Но неужели у вас нету в обществе, в вашем окружении 2 людей, которым нужны деньги и счастье, и все, вот, гармония в жизни? Да. Неужели в вашем окружении этих людей нет? Поэтому, и давайте сегодня говорить честно, откровенно, у вас найдутся десятки людей, которым необходимы финансы и счастье. Просто вы начните об этом транслировать со своим, как бы, с пониманием. Потому что именно вашего понимания сейчас в движении не хватает. А чтобы ваши люди услышали, вам сегодня нужно быстро разобраться, чего предлагает Тор, что предлагает GL. Потому что это два крутых продукта. Финансовый инструмент и интеллектуальный продукт. Ребята, это просто бомба. Кубик Рубик собирается в раз. В секунду, в этот 1 000 000 долларов. Поэтому давайте сделаем так, чтобы вы понимали, если каждый 2 человека в месяц приглашает, таким образом за 9 месяцев образуется 1000 человек. Это математика. И если простая математика, никто не придумал, ни Ваня, ни я, и вообще любой человек может прочитать сегодня на таблице Excel, если никто не хочет вручную умножать, как говорится, да? Просто вбиваешь эту формулу, и ты вычисляешь, что 9 месяцев у тебя в команде 1000 человек, а бинаре такая-то сумма заработка. Ну, ребят, это реальность. И самое главное, вот, друзья, просто я вам еще добавлю такой прям плюшечка крутая. Давай плюшку. Вы заработали, вы можете за неделю, за день, за месяц, неважно за какой промежуток времени, заработать 1 000 000 рублей и одним кликом вывести. Никаких ограничений компании не делает, никакой процент с вас не берется. Вы просто одним кликом выводите деньги на автомате. Это самый главный, важный плюс, потому что греет то, что лежит в кармане, и это у вас будет каждый день. Вы можете каждую секунду просто брать и выводить те заработанные деньги, которые вы заработали. Я просто знаю, мы работали в подобном маркетинге, где у некоторых партнеров, и у меня было в частности несколько раз, что я за один день зарабатывал порядка... Вот тогда мы в бинаре, когда в биткоинах работали, мы заработали там порядка за 2,5 месяца, у меня вышло там 2,5 биткоина. Это же, блин, тогда по курсу было 2 миллиона, я не помню, это 8 тысяч долларов было, или 10, я не помню. А в тот момент работали матрицы, и мы в матрицах, вот у нас сейчас тренар, и он закрывался вот в день 2-3 цикла. Так, не путай про тренар, все, мы про бинар что-то говорили, да, давай, все. Да. У нас все очень просто. Да. В бинаре 2 по 2, 2 по 2, 9 месяцев работаешь, 1000 человек, 1 000 000 долларов в кармане. Все, ребят, все. Без вариантов. Все, без вариантов. Вот вся презентация. Не верите? Проверьте. Вот и все.
Кто готов, поднимите руки, делать этот результат за 9 месяцев? Кто? Я. Давайте мы сделаем... Я быстрее буду делать. Давайте сделаем в сети такой бомбезный результат и просто покажем всем сетевикам, как, знаете, не как портянку, как многие показывают свои результаты, там вот эти 10-долларовые там, как бы, результаты, как бы, чеки. Ну вот, я хотела бы, вообще мечтаю, чтобы наша компания, а слава богу, компания дает такой ресурс, чтобы мы показывали сегодня миллионные чеки. И уж там, знаете, чтобы вам страшно не было жить там, да, допустим, все в жизни бывает. Но чтобы вы были уже на доске почета в самом кабинете, у нас будет оформляться очень крутая, как бы, знаете, такая страница в новом кабинете, где вы, все партнеры, новички, будете видеть звезд нашего бизнеса, чеков, вообще топ-чеков, которые сегодня просто будут блистать на рынке всей мировой индустрии MLM, всей мировой индустрии. Потому что здесь все есть, абсолютно. Есть для этого и инструменты, и пути достижения к этим целям, и команда главная, да, и большой-большой энтузиазм с большими перспективами, планами, с людьми, которые видение имеют, слава богу. Самое главное – это видение. И сегодня я много что не могу говорить наперед, но я радуюсь тому, что уже маленькая часть, которую мы уже дали, вдохновляет на такие большие результаты. Вань, я верю, да, что вы, и Лилия себе готовлена, и Хохлова, это будут такие люди. Очень крутые, я вообще обожаю Лилию, обожаю Не только я хочу вас именно выделить конкретно. Нет, я знаю, что есть, конечно, есть такие люди, которые, вот ваш результат уже вдохновляет, все. Они тоже хотят быть с вами. Я хочу, чтобы мы результат тоже перепрыгнули. Вся наша команда, вся наша структура. Это же классно? Конечно. И вот мне нравится, сейчас Лили написала такую фразу: «Два по два и лям готов». Супер! Вот она фраза. Вот и формула, слушайте, классно. «Два по два и лям готов». Все, друзья, вот она, простая стратегия. Я думаю, нам стоит уже заканчивать, потому что мы уже очень долго. Да, я думаю, мы не хотим, чтобы вам надоедать. Да, обязательно обратитесь к тому человеку, который дал вам это видео посмотреть, либо пригласил вас на прямой эфир. Позвоните, напишите ему, скажите, расскажи мне подробно, что такое бинар. Что такое бинар? Я хочу 2 по 2 и лям готов. Все, друзья, 9 месяцев, 1 миллион долларов, больше, 1 890 000. Итак, давайте мы заканчиваем с вами. Скучайте по нам, немножко мы поскучайте, и мы опять выйдем в эфир. Да, ждите нас, скоро мы будем с вами. Мы скоро опять выйдем в эфир, и мы не будем заканчивать говорить об этом и об этой возможности. Все, всех обнимаем. Всем и пока. До скорой встречи. Всем пока.